Короче, мы приехали в Донецк. То, что здесь позавчера убили чеченца, вот, и мы сказали властям, чтобы они отдали этого человека, кто убил нашего брата. И они сказали, до вечера его отдадут. Если они не отдадут, мы тогда будем принимать уже какие-нибудь меры. Но по-любому мы без него не уйдем. Потому что каждый человек, который со мной рядом стоят, со мной есть и русские есть, и армяне есть, и грузины есть, и чеченцы, и ингуши есть, это наши и абхазы есть, и украинцы есть. Мы все вместе сплоченно, это вся моя группа. Вот. А, и дагестанцы есть, да, забыл, да. Самое главное должен был первым сказать. Забыл, извини, брат. Так что... Вот так вот. Ну тут у нас внизу еще есть братья, тоже еще человек 200, которые, когда мы выехали с Краснодона, ехали сюда, в Донецк, пока мы ехали за эти 2,5-3 часа, тут братья наши, Апти, Тимур, они тоже уже поехали, поговорили, сказали, договорились, что его отдадут, потому что ему нету другого наказания, кроме смертной казни. И мы этот приговор... Именно собственноручно мы его приведем. Иншалла. Так что жди нас. Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар! Эти наши машины все. Это армян. Это наш. Мой. Мэрит. Это группа наша домой идет. Занимайте места. Занимайте ваши места согласно купленным билетам. Да. Ой, иншаллах. О, Донецкий, что хочешь, дух ведь чьяры хотел, вы еще и день дух ведь, а давай ты дышишь. Да я дух дал, мола. Сахтывай, да, сахтывай. Ой, ты, Вася, что думаешь, ваш боец? Ловина, ваш боец, вы все глаз тебя льешь, смотри, как ты. Что вы сделаете? Мы на вашей земле, как вы говорите, твари вы, а на самом деле мы на своей земле. This is awesome.